Всем привет! Сегодня я вам покажу еще одну достопримечательность города Майсур. Это музей поездов. Здесь их очень много, очень разные, старинные. Есть даже поезд самой Махарани. Это королевы, которая у нас раньше была, ну и по сей день есть в Майсуре. Поэтому здесь очень интересно. И знаете, что последний раз я была здесь 4 года назад, и очень все сильно изменилось. Стало все ухоженное. В прошлый раз, когда я была 4 года назад, здесь было такое, что было ощущение, что он умирает, этот парк. Но сейчас выстроились очень многие комплексы, все привели в порядок все поезда. В общем, все стало выглядеть очень-очень классно. И я получила колоссальное удовольствие. У меня было впечатление, что я здесь первый раз. Милке, конечно, тоже все понравилось. Она везде-везде полазила. В каждый поезд мы запрыгивали, смотрели, гуляли мы с ней только вдвоем. Но она получила большое-большое удовольствие. А здесь построили станцию. И ездит такой детский поезд, но, знаете, мне кажется, даже и взрослым гораздо интереснее, чем было детишкам. Так что мы получили колоссальное удовольствие, и мы провели там практически 2,5 часа до самого закрытия. И особо не хотели уходить. Милка просила меня еще и еще. Ну, возможно, мы еще когда-нибудь сюда приедем. Это еще повторник, почему бы и нет. Стоимость билета была всего лишь 20 рупий, с Милой ничего не взяли, и в билете уже есть возможность прокатиться на вот этом поезде. Он делает 2 круга, делает сигналит, ну, в общем, впечатления, конечно, классные для детей, очень здоровские, да, и родители там тоже с удовольствием въезжали. И, кстати, этот музей находится рядом с железной дорогой, вот вы сейчас ее можете видеть, с настоящей железной дороги, там можно даже подойти к заборчику, посмотреть на настоящие поезда. И после того, как Мила дважды попутешествовала на поездах, теперь она очень с удовольствием говорит о них и ждет. И поэтому для нее этот музей прям стал очень таким любимым. И она недавно мне напомнила, говорит: мама, мы пойдем еще раз в этот музей, так что обязательно нужно будет еще раз сходить. И вот эту вот арочку построили, ее раньше не было. В общем, все облагородили, все сделали очень-очень красиво. И действительно ощущение было, что я попала в какое-то новое место. Ту-ту, да, говорит? Дзинь-дон, динь-дон, динь-дон, динь-дон. Да, динь-дон делает. Миля, осторожно, может упасть. Пойдем. Пойдем сюда, ба. Смотри, какие. Пойдем. Смотри, там машинка есть. Пойдем в машинку. Смотри, машинка там есть. Вон там, видишь, машинка? Пойдем посмотрим машинку.
смотри, машинка. Го. Да, только под ноги смотри. Иди посмотри, что там. Что там внутри? Классно? Туда нельзя, не пускают, малыш. Вот туда. Пойдем дальше смотреть паровозики. Выйди, Милюша. Смотри, Милюша, цветочки. Ой, смотри, туалет, Мила. Мила, здесь туалет. Смотри, какой туалетик раньше был. Нет, тут можно сидеть. Тут кушать. Мила, сиди. Мила, сиди. Мила, нажимай. Мила, проверяй все. Все работает. Можем отправляться, Мила. Все, Милюша, можем отправляться? Хай, кьюти! Уху, какой большой поезд! Плюша, это не трогай. Аккуратно, под ноги смотри. Give me a hand. Don't do it. Ну-ка, stay here. Stay here. Stay here. Это ведерочко, малыш. Это весы, малыш. Весы, да. А, весы. Come sit there. Sit. Come sit. Садись давай. No, sit there. I will take the picture, later we'll go. Садись. Ой, Мила, ты ждешь трейн, да? Ты ждешь. Поезд Махарани находится в специальном таком выстроенном ангарчике, и внутрь проходить нельзя, потому что все сохранилось с того момента, как она путешествовала в этом вагоне. Тут несколько вагонов, по-моему, 3 или 4, я уже точно не помню, и каждый вагон отвечает за какую-то свою часть. Там есть ее спальня, есть кухня, есть, где она обедала. В общем, очень интересно это все. Сохранился вагон, видите, вот это вот спальные места для охраны. И потом вот дальше будет чисто ее вагон, то есть там будет прям вся мебель, которая была у нее в этом вагоне, кровать ее, вот стол, где она там писала, кресло, в общем, все это. Так интересно, все классно. Ну, жалко, конечно, что нельзя войти вовнутрь, все это посмотреть. Вот эти кровать, на которой когда-то спала сама королева Майсура. Это вот ее будуарные столики. Их, ну, вот вытащили, сказали, что трогать, конечно, ничего нельзя. И здесь у нас получается. Да, ну, кто вот ее обслуживал, здесь они оставались ночевать, пока на своих покоях была. Еще один туалетный столик. Так интересно всегда ходить, смотреть на такие старинные вещи. Здесь кухня, видите, даже сохранилась для перемалывания, для делания чатни. Ну, в общем, кухня, где готовили, все здесь сохранилось. Это вот обеденная зона, где она кушала. Дальше там туалет, получается, в который когда-то тоже ходила. Ну,
все это рассматривать очень-очень интересно. Единственное, конечно, Милке было здесь не очень, потому что нельзя было зайти внутрь, посмотреть. Очень много новых статуй появилось. В общем, все очень-очень классно. Везде газончик, везде его поливают, цветочки. Для меня реально, ребята, вот небо и земля, потому что мне есть чем сравнить. И когда меня 4 года назад муж сюда привез, я думала, что я вообще здесь делаю. А сейчас мне так понравилось, я получила такое колоссальное удовольствие. Это реально того стоило.